ПВЕ против ПЛ вообще не работает. Вот, кстати, игра против ПЛ, как бы это ни звучало абсурдно, это и Джокира. Джокира, значит, берем. Вообще самый имбовый тень. Ну, на нем вообще, ты 25 килов добираешь, там даже шторм не успеет ничего получить. Слишком быстро просто набираешь килов. Ходафил будет Ярик, ты уже ничего не поделал. Да. Ты ходокерри, Сайн, наверное, восполнишь. Кстати, я исполню, как Башка говорил, что делать. Кстати, Башка, ну, конец плохо. And we're starting to see, I don't know if you've seen some of the other games of this tournament, some sort of crazy picks. Obviously, Secret yesterday trying something a little different. You don't have to tell us if in specifics, but is there a chance that we could see some crazy stuff from Empire down the line? Well, I don't think so. Like, not terribly. It's a fourth position, but it is kind of really good when we for the game, when they switched Terrorblade to fourth position, when they had a really good kill against Terrorblade. It was really amazing. Well, there we have it, ladies and gentlemen. Ghostick from Team Empire. Лил, пошел! Прототоп на четвертый! Я Севен! Ничего не дает сделать! Он хотел отбросить на девчонку. I want to go offlane, but I think the Naga is great. Я мид. Подождите меня, надо варды какие-то выдвинуть, уже все дианы. Четвером надо пойти варды поставить. Я чувствую, что нормально, да? Какие-то вещи пофиксить, все будет отлично. Не получится, у меня уже не получится. I'm a big concern. There's so many soldiers, so many different ways. Во-первых, кекс просто. Ты мне, Настя. А еще будет смог нажимать. Набор наших героев, ну, у них, типа, набор их героев, и героев.